Всем привет! Привет, дружище! Как дела у тебя? Вот такие тут дела. Кошачьи. Но у нас дела нормальные у нас с вами. Вот здесь у меня сохнет. Я его припульнул маленько. Заклеенный поворотник. Ну, вот так вот, как я все делаю по-колхозному. Вот так понамазал, понасрал. Ну, нормально пойдет. Для меня пойдет. Для вас не знаю. Кстати, краска вообще. Краску нашел, чтобы пульнуть. Она вот с такой открывашкой. То есть вот, смотрите, тут кто-то уже ковырял вот с этой стороны. Видите, вот раз. А вот специальная дырочка есть. Вот если закрыть, все, уже можно давать ребенку играться. Он взрослый, не откроет никогда. Вот сюда нужно отвертку засунуть, ковырнуть, но здесь нарисовано так. Тогда только откроете. Но у ребенка нет отвертки, поэтому он может играться. Тут я вчера уже и второй подклеил, который вам показывал. Здесь вот намазал, засыпал содой, осталось прикрутить. И еще я вспомнил, что сегодня не чихал. Бляха-муха. Это мне дети делали. Рекламу такую. Вот аж 46. Он это включен. Не выключен пока. Многие спрашивают, как оно в моем возрасте. Ребят, в моем возрасте просто осознавать, что я дожил до этого возраста, уже просто уже хорошо становится от этого. Что ты осознаешь. А вот когда уже перестанешь осознавать, тогда уже, значит, уже можно. В общем, у меня соскочило это, когда-то потерялось, помните, как-то я показывал в одном из фильмов. Потом через 2 дня я нашел, возле КБ валялась она. Никто не выбросил, кстати. Но она порвана уже давно была, она так вот. Я когда ехал, ногой всегда ее на место ставил. Вот. Я вчера ее заклеил, кстати, попробовал. Ну, я не знаю. Так, этим вообще... У меня есть новые, но они не такие, там по-другому алгоритм крепления вся эта фигня это. Я сейчас попытаюсь снять вообще весь этот кронштейн оттуда. Не знаю, что получится, потому что тут глушак, как бы это все это. Смогу ли я тут тормоз вывести это все. И там нужно приварить снизу, потому что оторвано снизу на железке, там, потому что там еще снизу должна быть направляйка такая, плоско-круглая. Для того, чтобы он не крутился, не вертелся. Будем ставить. Ну, вот такие вот планы на этот мопед Харлея подобный. Вот. Ну и все, буду сейчас делать. Потом вам что-нибудь покажу. А тут своя жизнь. Кошиная. Кошиная жизнь. Ну, кстати, неплохо живут. Практически как я. Беззаботно. О, доделал. В общем, вроде держится еще хомутами, так задюжил его. Не стал откручивать, там ничего не оторвалось, сварки никакой не понадобилось. Там приварен был штыречек от прокручивания. Он только там в самом начале. Вот здесь, вот там внизу, не по всей длине. Вот. Ну и вот так вот. Такое вот чмо. Чему не от того, что я его там обижаю этим словом, а черный мопед Орион на присосках положено. В лучших традициях. Заводится, едет, радует. Поворот шины на месте. Все классно. Ну, трогать нельзя, потому что отвалится. Вот. Я их сильно не затягивал. Стал затягивать и снова лопнуло. Шучу. А, я не попал же в дырку. Ёпчатепа.
Не попал. А что я не попал-то? Вот дятел, а. Смотрите. Вот сейчас попал. Надо затягивать, а там на фиксаторе. Сейчас затяну. Ну все, нормуль. Подтянул. Теперь все. Здесь вот сцепление. Оно такое однопальцевое, видите. Мизинчиковое. Мизинчиковое. Сцепление. Такой же тормоз. Там. В общем, такой мопед. Он мне нравится. Хороший. Ну, всем это. Всем пока.